Люцифер, ты мой брат, и я тебя люблю. Но ты сволочь вселенских масштабов. Как ты меня назвал? Отец любил тебя больше всех. Больше Михаила. Больше меня. Стоило появиться еще одному ребенку, и ты сорвался. Это все подростковые истерики. Иисус, но несу свой крест, пытаясь достучаться до небес. И если моя жизнь еще имеет вес, скажи мне, кто же я на самом деле, ангел или бес? Иисус, но несу свой крест, пытаясь достучаться до небес. И если моя жизнь еще имеет вес, скажи мне, кто же я на самом деле, ангел или бес? Я ошибаюсь, как и все, и часто бываю неправ. Но моя правда отличается от ваших правд. Я признаю ошибки не ради похвалы. И даже если жизнь заставила примерить скандалы, мир становится цветным только после пятой стопки. В конце туннеля света нет, вылетели пробки. Я не распят, но уже распять воскресал. Не ищи меня на небесах по старым адресам. Тут нечистые руки, зато совесть чиста. Я не снимаю шеи православного креста. Я стал таким, каким я стал, сожалеть поздно. Стреляй в меня без предупредительного в воздух. Я погряз во лжи, я не хочу так жить. Небо, как моя высотка, делится на этажи. И я устал ждать лифт, я поднимаюсь сам. Пора меняться, сверься по моим часам. Не Иисус, но несу свой крест, пытаясь достучаться. Ты знаешь, кто я? Люцифер. Сэм, именно ты моя оболочка. Этому не бывает. Скажи мне, кто же я на самом деле, ангел или бес? Не Иисус, но несу свой крест, пытаясь достучаться до небес. И если моя жизнь еще имеет вес, скажи мне, кто же я на самом деле, ангел или бес? Знаешь, почему Господь отринул меня? Научила верить только самому себе. Уж лучше, и потому что я любил его. Он больше всего на свете. А затем Господь создал вас. И Он попросил нас преклониться перед вами. Love, полюбить вас сильнее, чем Его. И я ответил: Отец мой, я не могу. Я возьму всю вину на себя, если здесь нет виноватых. Здесь. И так глушит звук набата. Подпись, число и дата. Я победил. Я родился заново в 2008. Как ни крути. Иисус, но несу свой крест, пытаясь достучаться до небес. И если моя жизнь еще имеет вес, скажи мне, кто же я на самом деле, ангел или бес? Иисус, но несу свой крест, пытаясь достучаться до небес. И если моя жизнь еще имеет вес, скажи мне, кто же я на самом деле, ангел или бес? Тогда зачем все? Ты знаешь, зачем. После того, что ты натворил, у меня нет выбора. А что я натворил? А вдруг это не моя вина? Как это понимать? Подумай. Отец создал все. Он сделал меня таким, какой я есть. Богу был нужен дьявол. И что? Зачем? К чему эта битва? Мне одно непонятно. Что же? Мы должны убить друг друга. Ради чего? Очередной папин эксперимент? Мы даже не знаем точно. Мы братья. Давай просто выйдем из игры. Прости, я не могу. Я хороший сын, и у меня есть приказы. Не обязательно им следовать. Думаешь, я взбунтуюсь? Сейчас? Я не такой, как ты. Михаил, прошу. Ты ни капли не изменился, младший брат. Все виноваты, кроме тебя. Мы были вместе, мы были счастливы. А потом ты предал меня, всех нас, и вынудил отца уйти. Отца никто не может вынудить. Это он играет с нами. Ты чудовище, Люцифер. Иисус, но несу свой крест, пытаясь достучаться до небес. И если моя жизнь еще имеет вес, скажи мне, кто же я на самом деле, ангел или бес? Иисус, но несу свой крест, пытаясь достучаться до небес. И если моя жизнь еще имеет вес, скажи мне, кто же я на самом деле, ангел или бес?